Тетя! Здесь, что ли? Здесь, да. Да, да, да. Девочка там, да? Что надо сделать? Вот так надо повиснуть? Туда пойдем, что ли? Девочка катается с горки. О, там какая улитка. Глазки у улитки. Пяу, пяу. Пяу, пяу, да? Куда ты? Ну, каракатиц. Каракатиц. И каракатился тут. Это такой прикаракатился ко мне, да? И толкается еще, смотри-ка. Спихивает меня. Иди вот сюда, как тигр в клетке. Залезай. Залезай сюда. Давай, залезай. Не можешь? Он не схочет. Да он не понимает, чего он хочет. Он хочет лежать вот так. Мне кажется, он спать хочет уже. Папа же еще едет. Так пойдем, мы сейчас пока соберемся. Подожди, видишь, у нас тут дела горочные. Да, у нас горочные дела, скажи. Мы закончены. Ух! Ложись. Раз. Хочешь выйти оттуда? Или еще нет? Скажи, надо выбираться из этой западни. Стоит цветок и стоит. Да блин, где нога-то? Кто-то подойдите сюда, вот. Я вам помогу. Так, Юра. Советом. Чего откладывать-то? Задние? Одно пробито. Ну, оно сдулось просто. Да, оно сдулось. Или сдулось, а это просто подкладывает. Я его закрепил, но там. Чуть. Там внутрянка выпала вся от него. Я собрал это все? Выпало, что? Давай. Так, что, у нас сегодня день отъезда с Красновишерска. Мы буквально в течение короткого времени, короче, мы выезжаем. И едем в Соликамск, чтобы там сесть на автобус до Перми. Привет. Ну, так я вот такая вот. Так. Где у вас сын вообще? Сын у нас у отца. Нормальные. Вкусные. Давайте тоже положу. Наешьте эти. Нет, все, я вот попробую. Ушки. Горячие. Ушем ушки, бабушка. Да я вот так могу. Бабушка нам специально сделала ушки к отъезду нашему, чтобы мы поели. А я почему-то про них забыла, думаю, что делать из грибов и сухих, мы не едим. Хотела продать. А ты вчера как сказала, я пошла, говорю, кушать. Их наморозить можно и это. Ну, сделать, наморозить. Ты куда одеваешься? Рошал. Мы что, косточку сварим, я купила 1,5 килограмма косточек на суп. А ты что тут достала? Все, наш переезд перешел в активную фазу. Выехали в Соликамск. Таня рыдает. Я тоже немножечко. На улице метель. Сейчас будем Павла Николаевича искать по трассе, где он там ездит.